В Рязанской области масштабных пожаров сегодня нет. Последний раз серьезно горело лишь в апреле в Спасском районе, но очаги были локализованы. Зато у соседей сегодня дымит внушительно. В ЦФО лесоохрана потушила уже 25 возгораний. В целом же по стране только за сутки ликвидировали больше сотни очагов. В красной зоне – восточная часть России, Тюмень, Якутия, Башкортостан. В бой брошены лучшие силы – парашютисты-десантники авиалесоохраны. Основной метод их работы общеизвестен. Эффективно огонь останавливают сегодня только так. Все это под контролем, конечно. Сначала делается минерализованная полоса, потом от нее производится отжиг встречным огнем. Огни встречаются, и пожар тухнет. Особый противопожарный режим сегодня введен в 52 регионах страны. Рязанская область, к слову, не исключение. Пока что еще полыхает 76 очагов. На тушении работают более 2000 человек, но это всего лишь май. Лето обещает стать самым горячим. Для этих парней в первую очередь. Максим Васильев, телекомпания «Город».